На Донбассе ранен один украинский военный. Сегодня боевики нарушали перемирие уже 9 раз. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районах Крымского, Песа, Клевединского и Водяного. А позиции возле Игнутова обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. О ситуации на передовой Игорь Левинок. Вот в таких условиях приходится воевать нашим солдатам. С одной стороны враг, который может атаковать в любой момент, с другой – стихия. Из-за дождей в блиндажах и окопах почти по колено воды. Передовая недалеко от поселка Луганская, Светлодарская дуга. Бойцы говорят, вчера небо над ними прорвалось. Потоп в блиндаже ребята сняли на телефон. Водопад «Виктория». Думаю, потонем. Ливень длился около часа. Вода поднялась на полметра. Ночь была бессонной. Армейцы вычерпывали воду из блиндажей и наблюдательных пунктов, чтобы хоть как-то следить за противником. Я тут фарватер знаю. Вичерпуємо. Це вчора попрацювали, можна сказати, половину вичерпали. Ребята надеялись, хотя бы в такую погоду противник успокоится. Но куда там? Едва перестал барабанить дождь, как начали свистеть вражеские пули. Окупанты открыли огонь из пулеметов. Ворог в основном открывал огонь из стрелецкой зброї, с ПКМа, САКа и с утеса. Поэтому часть бойцов боролась с последствиями стихии, а остальные же не покидали боевые посты, несмотря на то, что воды было по пояс. Вот эти края вот так. Накануне было неспокойно почти по всей Светлодарской дуге. Кроме стрелкового оружия, на остальных участках оккупанты применяли еще и минометы и гранатометы. После вот этого чемпионата футбольного в России, в принципе, мы ждали обострения. Ничего удивительного в этом обострении наши военные не видят. На днях наемники получили зарплату и теперь устраивают кровопролитие, отрабатывая условных 30 серебряников. С той стороны заробітчани, яким платять кошти за цю війну, вони найманці. І вони зобов'язані вести війну. Нам приходиться їх стримувати. И ни одно соглашение с окупантами не стоит бумаги, на котором оно подписано, говорят военные. Перемирие, пролетає без, я ж не безпілотник, перемирие. Улетів без, безпілотник, все, нема перемирия. Из Донецкой области Игорь Левинок, Дмитрий Раскольников, Руслан Терентьев. Подробности телеканал «Интер».